Всем доброго времени суток. Доброе утро. Смотрите, как он с утра радуется. Посмотрите, какой рот. Дигель. Ювеналий научил его танцевать по утрам. Время у нас 6.14, 15 мая. Ювеналий его научил танцевать по утрам. Напевает какую-то мелодию, ну такое. И он танцует. Именно утром. Доброе утро, чемпион! Чемпиончик ты мой сладкий. Сидеть. Ждать. Да. Граф, каждое утро вот это необходимо. Вот когда у тебя набирается энергия. И именно обучение начинает с утра. Да, потерпи. Я понимаю, что ты хочешь пипи и т.д. Посмотри, все чисто у тебя? Ничего здесь не нашкодил? Нет. Самурай как раздражитель. Нет, ждать. Самурай как раздражитель. Нет, ждать. Обратите внимание, утром он не терпеж ему. Но минутки 2-3 нам необходимо подождать. Сейчас он нас перевоспитывает. Пытается перевоспитать. Или воспитать. Но мы не даем такую возможность, потому что все занятия и тренировки, которые мы проводим, это на смарку будет. Да. Можно. Молодец. Молодец, чемпионы мои. Самурайчика готовим. Самурайчика готовим. Обязательно готовим. Сейчас у него только... Они побежали в сторону Хомочки. Я за ними контролирую. Спасибо большое, кто написал в комментариях, что, возможно, агрессию, которую они проявляют, особенно самурайчик, это из-за Хомочки. Учел, записал, оставил в голове у себя. Так, пойдемте на минное поле смотреть. Нет. 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 Вонючки. Доброе утро. Не, все хорошо. Ага, нет, не все хорошо. Небольшое минное поле. Выводим их на прогулку. А еще детишки. Ну подожди, леди, подожди. Подожди. Отойди, отойди. Гулять, 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 гулять. Босик на заднем дворе. Но когда ювеналия нет. Когда ювеналия... Граф, нет. Не вздумай отметить там. Нет. Гулять. Гулять. Молодцы. Когда ювеналия нет, я босса ночами закрываю. Потому что кто-то из сотрудников может подойти. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. О, Господи, сейчас я их проведу. Ну, обязательно в мои ноги, я понять не могу. Места вам мало. Да, пойдем, самурай, пойдем. Иду, 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 иду. Да, ну куда вы бьетесь-то? Сейчас я их всех проведу, пойду на площадку и подключусь к вам. Ну все, все в сборе. Вожак слева от меня, ханчик на месте. Посмотрите на этих усетки, посмотрите. Оставляешь одних, они, наверное, думают, что я их бросил. Так, стоять. Так, босс, нет, идите сюда. Так, сейчас я заведу и подключусь. Посмотрите, японец где стоит. А он что, всю ночь гуляет? Конечно, мы не до прогулки. Ну что, дорогие друзья, мы на прогулочке. Хома внутри, на территории дома. Все хорошо. Я думаю, надеюсь, там осталось 5-6 дней, чтобы уже хочется ее, знаете, тоже в полной банде, чтобы игрались. Так, пришел. Давайте посмотрю, зайдет или нет. Отойди, Ха, отойди. Парень, конечно, своеобразный, со своим характером, но... Отойди, леди. Леди, отойди. Самурай, заходи. Да. Нет, леди, самурай, заходи. Молодец, молодец мой. Вот, видите, он там, видели, он там стоял. Если бы я сейчас за ним гнался бы, там, что-то ему говорил, ругался бы, он, естественно, бы убежал в сторону. Он постоял, со стороны понаблюдал, что все тут, его тут нет. Я не обращаю внимания на него. Он сам подошел. То есть каждой собаке нужен свой подход.
Это нормальное явление. Как каждому человеку нужен тоже свой подход, если кто-то ищет подходы. Я к своим собакам ищу, а к людям нет. Ай, молодцы. Все, он сегодня бодр. Ты хочешь, чтобы я тебе песенки спел? Да, Ювеналия. Отпуск продолжается у Ювеналия. Несколько дней, и Ювеналия будет в строю. Так, пишут комментарии, куда пропал Ювеналия. Ювеналия, дорогие друзья, никуда не пропал. Если вот на выставку ездить или еще куда-то, я звоню Ювеналию. Молодец, лордик. Молодец, мой мальчик. Давай, давай. Ай, молодец. Хорошо, отлично все. Он приезжает на выставке там или еще что-то нужно сделать. Сегодня у нас день такой разгрузочный. Я его считаю разгрузочным. Это когда приезжает одна Виктория заниматься. Сегодня у нас послушание у всех питомцев. Мы не останавливаемся. Я остался под большим впечатлением от выставки вот этой международной. Но мне вообще очень понравилась сама обстановка. Место, которое, где проводили эту выставку, ну просто суперское место было. Удобно, комфортно. Очень много интересных людей. Много чего узнал о породах питбули, амстаффы, каникорсы. Ну вот такие породы, которые больше всего меня интересуют. Такие не то что боевые, а вот бойцовские собаки, из которых можно показать людям, что они бойцовские после только по разговорам. А на самом деле в жизни можно воспитать собаку так хорошо. Да, естественно, собака тоже должна уметь за себя постоять, не без этого, а как. Потому что очень много агрессивных собак тоже, которые кидаются, и твоя собака должна постоять за себя. Если она не сможет, то ее покалечат. Это знаете, как есть такая притча, когда дарят оружие, и человек говорит, а зачем мне оружие, я далек от всего этого. Но говорит, в жизни все бывает, лучше пусть другая мама плачет. Плохой пример, конечно, ужасный, но то же самое и вот собаки. Если, не дай бог, нападут на твою собаку, то она должна тоже уметь отреагировать и постоять за себя. Это как мы с детства учим наших сыновей. Как меня в детстве учили в те времена. Не можешь рукой, возьми палкой, естественно. Так все родители говорят, в основном отцы. Конечно, многие будут отрицать это, но не можешь рукой, возьми палку. Вот так меня учили и в детстве. Не родители, а старшие братья. Так что все хорошо, все отлично, продолжаем. Есть чему стремиться, есть над чем работать. Я-то думал, что мы все делаем как положено. Оказывается, очень много всего, как надо поработать с собачкой. Мне очень понравилось. Вообще шикарно. Шикарно. Всем большое спасибо за положительные комментарии, которые пишут. И, дорогие друзья, я сам спортсмен. Я знаю, что такое победа и знаю, что такое проигрыш. Из-за этого расстраиваться не надо. Это наоборот, нужно делать вывод и идти вперед. Где что-то не доделал. Какие ошибки нужно исправлять. Конечно, а как без этого? И все эксперты в один голос, даже вот к Александру на Питспорт ездил, все эксперты в один голос говорят, Графа, он сыроват, и это я с первого дня говорю, он сыроват к 2-2.5 годам. Эта собака будет одна из лучших, если вы так будете продолжать заниматься с ним. Я говорю, да, понял, в один голос все говорят. И вот люди пишут в телеграм-канале, там на ютубе, вот вы брали собаку. Я брал собаку и все мои собаки для души. Вот давайте начнем с босса. Он шикарный мальчик. Да, на выставку не подходит, я его и не брал для этого. Ханчик, суперский просто. Да, есть вопросы с лапками, на выставку не подходит. Графа я брал для души, потому что мне нравилось, я хотел заниматься. Начал снимать его и выкладывать в один из телеграм-каналов. И там мне посоветовали, а может на выставках. Я даже не знал, что есть такие выставки. Я думал, это соревнования. Но я видел там соревнования, все. Ну, на выставке как бы не следил за ними. Знал, что проходит все. Ну, давайте, девчонки, говорю, попробую. Попробовал. Есть определенный результат. Местные результаты, московские. Ну, конечно, международная выставка первый раз так. Будем стремиться, поверьте мне. Ничего невозможного нет. Главное желание, любовь к своим питомцам. Леди Лорд. До сих пор не можем определить точную породу, пока эксперты все это подумают, смотрят, потому что вы понимаете, по какой причине.
самурай. Брался, подарили ее Вике. Вот тогда, когда самурая брали, мы тогда понимали, что он тоже будет ездить на выставке. Да, и вот по самураю, да. Хомочка. Да, чуть-чуть данный момент не подходит к выставкам по определенным причинам. И вы знаете, по каким причинам. Но мы над этим работаем. И поверьте мне, Хомочка будет участвовать на выставках и будет показывать суперские результаты. Мы готовим. Мы не все вам показываем. Мы всего лишь показываем вам 25% из того. Опа, банда. Посмотрите, кого-то они там увидели. Вот они все. Вожак гавкнул и рыкнул, как правильно говорить. И все они подбежали. Нету этой собачки. Так, отстаньте от него. Нету этой собачки. Тогда я ее покормил, и куда-то она исчезла. Смотрел, спрашивал у рабочих, у строителей, пока не видели. Вот они все, красавчики мои. Ай, красавчики мои. Так что, дорогие друзья, идем дальше, вперед, занимаемся. Но я под огромным положительным впечатлением вот этой выставки суперской. Мне так она понравилась. У нас выставка в Туле, у нас выставка в Москве, у нас выставка у самурая, у нас куча впереди выставок. Работаем, работаем и еще раз работаем. Всем спасибо. Я дальше послежу, будут интересные моменты. Буду снимать и выкладывать. Спасибо вам большое. Так, ну вот это как всегда, это как, знаете, я не могу понять. Как теща и свекровь, да, правильно говорят? Постоянно цапают, все ругаются между собой. Вот эти двое то же самое. Такое ощущение, как будто они детей своих поженили и вот не могут найти общий язык. Постоянно цапаются, постоянно. Да, теща и свекровь, правильно говорят. Спасибо. У этих любовь любовная играется. Да, обнимаются, брать. Стрекоза, ну естественно. У нее энергия с утра больше, чем у графа. Смотрите, что творит. Посмотрите, как она. Смотрите. Это. Я же говорю, стрекоза кровь. Ханчик уже не знает, куда отвернул. Не знает, чем заняться, посмотрите. О, или она так радуется, или лордик его успокаивает. Нифига не прыгает уже. Ты что на нее лаешь? Достала она тебя, да, достает она вас всех. Ну а что делать, сестренка, терпите, я не понял. Чего вы быкуете на нее все? Нашли тоже слабое звено, она даст вам. Ой, красавица, все, легла. Устала, достала всех. Суету навела и легла в траву. Пожите. Так, время подошло косить траву. Так, я, так. Да. Время уже косить траву. Красиво, конечно, смотрится с цветочками, но косить необходимо. Чтобы было уютно, чисто, опрятно. Самурайчик, привет. Диги-диги, как тебя ювенали? Как вы там шутите? Диги-диги-диги-диги-диги. Что там ювенали напевает тебя? Вожак на страже. Он выходит сегодня на работу. Ханчик рядом. Так они как Чапаев и Петька. Извиняюсь за такой пример. Чапаев и Петька — это наши герои. Переживайте за самураями и графами, я контролирую. Граф! Граф! Я сейчас тебе, а? Я сейчас тебе! Как же граф терпит это все, посмотрите. Он как будто чувствует, что они младший брат с сестрой. А вообще даже не рыкает на них. Просто терпение, выдержка у него супер. Посмотрите, что он творит. Они... Да
Давай, Боська, давай, давай. Молодец, Боська. Молодец, молодец, мой мальчик. Давай ко мне, Бос. Ко мне, быстрее, быстрее, быстрее. Молодец, Боська. Ай, молодец. Давай, Бось. Я закрываю графа и самурайчика. Мы уже знаем, как собачкам гулять. И Босик начинает играться. Молодец, Боська, давай. Боська, давай. Боська, давай, молодец. Давай, 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 попрыгай. Давай, догоняйте Боську. Молодец, мальчик. Ай, молодец, Бось. Ай, молодец. Молодец, Боська. Ай, хорошо. Ай, красивый мой мальчик. Давай, молодец. Давай, молодец, Боська. Лорд, леди! Видите, перед работой решил полить, освежить. Вот он. Вот я пока поливаю, какими-то делами занимаюсь. Все для них открыто, они бегают. Знаете, сейчас как пищать будет. А, не, я привык. Погода хорошая, солнечная. Поливаю их по чуть-чуть. Видите, вот так мы убираем. Убрал, все. Полил, все высыхает. Вот так ворота, а то. Все свежо, все чистенько, аккуратно. Да еще и знаете, дорогие друзья, пыльца. Пыльца садится, вот видите, вот зеленая на обрешетке. Смотрите, пожалуйста. Вот это пыльца. Чтобы они не дышали пыльцой. Все это сумрач от хомочки не отходит. Обожаю, когда свежо, аккуратненько, везде. Леди! Леди! Иди сюда! Ага. Я вот сейчас смотрю на них. Вот смотрю на них, такие большие уже стали, прям, чтобы не сгладить, прям растут и растут. Все у них чистенько. Утром, когда тепло, все промываем. Прям шлангом, водичкой, вот видите, вот так все, все промываем. А когда прохладненько, просто ведерочко, швабра. Эй, японец, ты можешь оттуда отойти, а? Ты можешь оттуда отойти? Вода у нас не ледяная, хорошая, не переживайте. Вот все открыто, смотрите, они не закрытые в вольерах, практически борзые самураи, они не сидят. Выпускаем, сейчас закрою их вольер, выходит графчик. А с Хомочкой пойдем на площадку, отдельно погуляем. Так, лордику новый трон, видите как? На улице им тоже постелили, леди там под деревьями прячется. Вон она. Леди, вон она, видите, где? Смотрите, как она спряталась. Мордочка моя. Лорд Эвсу постелил сюда. Вот, чтобы он на досках просто не лежал. Ему нужен ковер. Ах ты, красавчик мой. Ай, ты, красавчик мой. Вот так вот. Вот, дорогие друзья, посмотрите. И здесь коврики. И здесь им коврик. Они тут загорают. Леди, леди. Леди, ну вылези оттуда. А? Ну вылези оттуда.
Выйди оттуда. Лордеусу понравилось, сидит. Леди, 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 иди ко мне, моя девочка. Иди сюда. Иди, 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 давай, 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 вылази. Не хочет она вылазить. Вот она, смотрите, где она спряталась. Сидит там. Домик. Но она любит то в этот треугольник, под треугольник залезет, вот под этот. Вот сюда. А Лордеусу нравится. Царских кровей сразу видно, да? Ты царских кровей? Идем. Ты мой греческий профиль. Ой, какой красивый профиль. Вылази, леди, ну вылази, иди сюда. Смотрите, она... Ну и что? Да там не вылезешь ты. Как залезла, так и вылази. Везде залезь, везде свой нос засунет она. Ну что ты за девочка такая? Ну давай. То есть выйти нормально ты не захотела, да? Тебе нужно было вот так. Посмотрите, как она вылезла. Посмотрите, она здесь. Ай, молодцы. Вот видите, как они сами уже забираются. Лордик уже полностью про. Иди, иди, давайте помогу. Да. Бу. Бу. Вот сюда. Ай, молодец. Давай, лордик, залезай. Место. Лордик, место. Место, лордик. Да. Теща со свекровью сейчас подерутся опять. Вот она, как видите, как они залазят. Понравилось им. Вот за их играми, за их действиями можно наблюдать вечно. Они меня вот так целый день бегают с утра, в обед. Как я дома открываю, они вот так бегают. Дорогие друзья, вот как у нас происходит мытье ковриков для от наших собачек. У всех коврики смены, то есть по два коврика, по два, по три. Вот обычная вода со шлангом. Вот мы его вот так смываем. Они не писают никак вот на коврик. Просто коврики пачкаются, это нормально. Они же во дворе бегают. Вот так просто моем. Один коврик полчаса. Ну, чтобы все впиталось, все отмылось. Хорошо. Моем. И вот на этом заборе сушим. Зато чисто. Я попытался первый коврик помыть шампунем. Во-первых, я отмывал его 2.5 часа, чтобы вы понимали. И запах остался. Ну, не хочется, чтобы этот запах химии оставался. Поэтому этот коврик мы отложили. Вот чуть ранее вы видели, на коврике лежали лорд и леди. Эти коврики уже были отмыты. Сейчас это графа коврик. Сейчас его отмываем. Новый постелили чистый. Так что вот так, таким образом мы моем их коврики. Неделю, две недели один раз. Да, хорошую погоду, две недели один раз. Зимой пореже моем, потому что они грязи нету, они вот. А если собачки очень грязные, мы их просто моем и все. Ну что, дорогие друзья, доехал до почты. Не вас не снимаю одежка. Все подготовлено, фартуки, сумочки. Два адреса не прошло. В Луганск не могу отправить с дека. Попробую с почты отправить. И там девушка, куда мы не смогли отправить? Какая область? Сейчас я расскажу вам. Сейчас. Луганск не отправляется. Луганск не отправляется. И если смотрите, сейчас скажу. Воронежская область, Петропавловский район, село Бычок. Там нет такого адреса, мы не можем найти и отправить. От 3 до 5 рабочих дней ваша посылка придет на пункт назначения, вам помощники скинут квитанции. Вот видите, прям так наклеено. Так, без номера телефона. Вот без номера телефона. Один это пакет ты добавляешь? Вот так. Экспресс склад. Вот так получите. Все, вот уже. Так что извиняюсь еще раз за задержку. Все отправляем, все сделаем. Остается 2 в Европу, за границу. Это отправим почтой России. Всем спасибо. Дорогие друзья, еле успел с работы, потом на почту, на СДЭК. И вон Викуля уже занимается. Викуля, привет! Я с балалайкой, смотри, ничего такого не скажи. Чтоб не было стыдно. За графа, не за нас с тобой. И, ну как спортсмен, как чемпион, занимается?
Викуль, вот одна команда осталась. Вот научи меня, вот когда он, знаешь, без поводка убегает, чтобы он ко мне. И еще, знаешь как, вот я ему пуллер кидаю, даю команду там апорт, он бежит, берет, говорю, оставь, оставляет, но мне обратно не приносит. Но мы не делали команду апорт, там ко мне начали делать. Да? Ну как, получается ко мне команда? Получается, да. А можете показать? Дорогие друзья, выключаю балалайку, потому что тайными секретами Виктория только меня учит. А ты моя радость. Соскучился? Дорогие друзья, для меня одна из самых сложных команд было подозвать графа без поводка к себе. То есть он всегда убегал. Чему меня научила Виктория? Меня и графа. Обратите внимание, я сейчас отхожу на несколько шагов назад и буду подзывать графа себе. Граф! Граф! Граф, ко мне! Молодец, 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 молодец! Хорошо, граф! Молодец, молодец, мальчик! Гуляй, 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 гуляй! С первого раза не получилось, конечно, у меня. Да я тренировался тоже. Всем огромное спасибо. Викулю свою обожаю, обнимаю. И вот так мы будем тренироваться с графом. Всем спасибо. Так, обучаем малых, чтобы не подбирали. Граф и самурай уже не подбирают. Граф и самурай еще не подбирают. Сейчас вот раскидывает Вика вкусняшки. Вот раз вкусняшка. Видите, они отворачиваются. Молодец. Мы сейчас возьмем колбасы, раскидаем. Пусть они не видят. Давайте. Сейчас пойду за колбасой. Викуля во дворе раскидал колбасу докторскую. Сейчас пойдем проверим их реакцию. Пойдем, пойдем, пошли, 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 пошли. Пошли. Можно же уже, да, Вик? Вот леди увидела. Где колбаска, Вик? Вот колбаса раскинута. Вот здесь. Здесь. Вот колбаса. Докторская. Так. Это обычная баночка. Внутри монетки. Она весит грамм 100. Не больше. Кидаем не в собаку, а рядом с собакой, чтобы собака отреагировала на звук. Правильно, да, говорю, Вик? Чтобы она боялась. Да. Когда она подбирает земли, происходит что-то неприятное для нее. Ага. Это гуманнее, чем она что-то подберет. Рядом. Я об этой банке не знал. И Вика меня просила ее смастерить. Мы баночка ее... наказалка. Да, баночка наказалка. Так отвечаем. Звук, звуч... Ну, я вам, в принципе, объяснил. Специально туда закидываем монетки или болты. Ну, что-то такое. Ну, чтобы банка не весила больше 100-150 грамм. Кидаем рядом с собакой. Собака реагирует на звук и не подбирает. Вика вам объяснила, почему. Викуля, я же говорю, ты волшебница. Потом можно будет ее не кидать. Просто даже бренчать. Они уже запомнят, что летит в их сторону, да? Да. Все. Даже это не только от подбора. Например, если грызет что-то, собака грызет. Слушай, а эта банка на людей действует или нет? Ну, да, хорошо. Все, дорогие друзья, спасибо. Так, дорогие друзья, то же самое пробуем делать вне дома, то есть на прогулочной территории. Вика раскидала уже колбаску. Заходим, заходим, заходим. Сейчас посмотрим, какая реакция у них здесь. Вика, где колбаски, Вик? Вон там раз, вон там два, вон там... Видите, рядом кидает под ноги. Все, отлично. Вот еще колбаска. Да, действует на них звук, я не ожидал даже, Вик. Это какой-то ноу-хау или это старый метод? Я уже этим методом пользуюсь. Ага. Работает. Слушай, если возле меня кто-нибудь банку откроет, я тоже дернусь, знаешь. На меня тоже эта команда будет действовать. Нет, нельзя. Банка пива. Пойдем поведем себе туда обратно. С ними? Ну да, с ними пойдем. Лорд, леди, пошли, 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 пошли. Леди, пойдем. Это не дура, смотри. Смотри, да. Так. Но, кстати, не хотел сейчас брать. Он понюхал, но... Но он же понюхал? Понюхал. Ну, лучше предупредить, чем... Посмотри, какая... Ну, что ты сделал с моими собаками? Они аж в угол зажались вдвоем. Ничего страшного, пройдет. Не, ну вообще суперская команда, дорогие друзья. Отучить собаку есть на улице, подбирать, это, наверное, думаю, самый лучший результат для любого собаковода. Да, много могут отравить, тем более здесь, где прогулки, такие зоны, где открыты, да, где есть строители. Конечно. Люди по незнанке могут что-нибудь дать, а этой собаке нельзя. И она не может быть сделана средней, эта команда.
Они или подбирают, или не подбирают. Поэтому она и делается жестко. Это единственная команда, которая делается жестко. Ну, жестко мы же не в них кидаем, мы рядом с ними кидаем, и звук да, такой. Да, они боятся. Лучше пусть боятся, чем потом, не дай бог. Конечно, пусть боятся, но они первые залезть, поэтому боятся, и потом... А давай мы с тобой отойдем, посмотрим, как они отреагируют, Вик. Ну, недалеко, там метров на 10-15 отойдем, пожалуйста. Я думаю, что я не буду спирать. То есть, а я могу, Вик, то же самое пробовать, например, вот я иду на гулянку, с собой брать какую-то колбаску, так внезапно, ну, конечно, случайно закинуть на сзади. Или видишь какую-то там фигню, которая лежит. Да. И можешь собак спровоцировать. Я делаю тогда. Слушай, это первое время мы приучаем собаку к звуку, а потом можно просто баночку держать в кармане и просто трясти в руках, конечно, да? Конечно, даже не ты вот видишь, если они реагируют. Потрёс, да. И все. Че, отлично. Дорогие друзья, пользуйтесь. Все это для вас бесплатно. Да. Давай ты теперь их отвлеки, а я под ним, рядом с ним или как, Вик? Нет, ты это самое. Сейчас мы... Все, дорогие друзья, отключу балалайку. И, ну, смысл мы вам объяснили, реакцию увидели и понимаете. Настроение. А, настроение будем поднимать? Да, ну, давай тогда тоже покажу, как ты это делаешь. Как никак я это не делаю. Вот еще. Играю с собакой, тут ничего особенного нет. А ты покормишь сейчас этим или нет? Нет, я не буду давать. Проблема. Тогда я отключу балалайку, Вик, и чтобы ты меня тоже... Посмотрите на них, как они в угол зажались. По-другому с вами никак. Да. Зевает. Господи, мои сладости мои. Все, дорогие друзья. Вот наша любимая Хомочка занимается. У него занятия никто не отменял, только дома на послушание. Не возим, потому что течка, вы знаете. Послушная девочка, хорошая. Прикольно, да, она есть? Да, вкусно. Да, я тебе говорю, я ее когда кормлю всегда... Ой, как она команды выполняет. Ой, молодец. Ой, четко как. Ой, какая, на самом деле, какая она умная, да, Хомочка? Хорошая. Держи. Стоять. Гулять, молодец. Фом. Вики не подбирает. Срок ест. А с пола не выбирает. Но все равно она, знаешь, четче всех выполняет команды. Ну, а как девочка? Девочки обычно более усидчивые. У людей тоже, да, так же? Ну, да. И без этого. Понял? Спасибо, Виктория. Молодец. Чем мы? Муж. Фу, нельзя. Фу. Фу. Чё, ты моя умница. Самая умная собачка. Молодец. Все, дорогие друзья, позанимаемся без балалайки. Сиди. Всем спасибо. Вот. С этим мальчиком одно удовольствие заниматься. 28 числа самурай участвует на выставке. Как называется эта выставка? Монопородная. Спасибо. Монопородная по сибам. Сиба и акита, да, по-моему, выступают? Сиба, акита, американские акиты. И американская акита. Так что готовимся к занятию полным ходом. По поводу графа не переживайте. Мы еще будем участвовать на разных международных выставках. Все эксперты разные. Кому-то нравятся такие мордочки, кому-то не нравится. То есть мы будем участвовать, не переживайте. Мы идем к своей цели. А когда у нас стоит цель, мы перед ней не останавливаемся. Тем более вот с такой прекрасной мадемуазель. Работаем, не покладая сил. Да, Виколь? Да. Все. Будем готовиться. Я вам скажу, как узнаем, какая международная выставка будет, где будем участвовать, я обязательно вас проинформирую, дорогие друзья. И всем огромное спасибо за поддержку. Посмотрите, какой красавчик. Ну, посмотрите, какой пес умный. Хорошо. Дай бог, чтобы он хорошо выступил. Да.
Ну чудо, ну такой. Да я подойду, посмотрю, он тронется или нет. Не, он молодец. Ты такое чудо. Тетю Вику слушаешь, да? Отлично. Другого выхода у тебя нет. Я тебя понимаю. Хорошо, малыш. Ну потерпи чуть-чуть, позанимайся. Ты мой воспитанный мальчик. Стоять. Давай-давай, стоять. Молодец. Все, дорогие друзья, отключаюсь. Вика его назад учит ходить. Это нужно их до задних лапок. Молодец. Гляньте, как он назад у нас ходит. Посмотрите. Молодец. Маля, посмотрите, как назад ходит. Хорошо. Ой, ты мой сладкий. Молодец. Это очень полезно, да, упражнение, Вик? Да. Назад. Назад. Да, вот так обучаем мы. Вот такой у нас. Сейчас обучаем самурая ходить рядом. 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 Молодец, мальчик. Хорошо. Когда Виктория останавливается, собака должна присесть. Молодец. Умница. Молодец. Рядом. Нет, по послушанию я думаю, что из всех моих собак самурай номер один, Вик. Рядом. Молодец. Хорошо. Рядом. Самурай, еще раз повторюсь, готовится к моновыставке, монопородной выставке 28 числа. Сиба Ину, Акита. И американские акита будут участвовать 28 мая. Рядом. Сидеть. Молодец. Гуляй. Обязательно в конце надо давать команду «гуляй». Все, спасибо. С Ханом. Да, с Ханом прорабатываем сейчас тоже, но он уже у нас знает, что нельзя подбирать. Но все равно проверяем. Раскинута колбаска. Пойдем, Ханч, пойдем, пойдем. Раскинута колбаска. Посмотрим, как отреагирует. Вот колбаса у нас. Вот здесь, видите? Вот. Я сейчас специально пойду, спровоцирую его, Вик. Только смотри, в меня не попади. А то я начну звона бояться. Вик. Видите, Виктория уже не кидает рядом, потому что Хан обученный. Она просто в руках у нее звенит, как погремушка. И, кстати, тебе нужно канал открыть, а я буду комментировать. Ты не против? Ты против, понял. Работы много, денег много, конечно, против. Это не то, что мы на донатах живем, да? И чего, Ханчик? Ай, молодец какой, видите? Я вам показывал, как мы начинали воспитывать. Обучать, вернее. И как уже обученная собака себя ведет. Где? Давай я спровоцирую. Иди сюда, Ханчик. Иди, иди ко мне, мой мальчик. Ханчик! Ханчик! Вот колбаса вот здесь. Вот, вот смотрите. Ханчик! Да, вот иди сюда, иди, малыш. Я вон. Давай, 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 давай. Вот прям идет, прям к цели, к цели, к цели, к цели, к цели. И отвернулся. Ну, и еще бы, тетя Вика, молодец, еще бы. Красавчик. Еще бы. Молодец. Показываю наглядно. Кстати, я позвонил Илье. Кстати, Илье позвонил. Вик, можно же его, да, так, специальный шампунь, который отбеливает? Да. Он не вредит же? Нет. Илья говорит, не вредит, они просто... почти все отбеливают. Да я его недавно, был он у меня, у грумера, но белый светлет, я сейчас попросил Илюшу, потому что его помыли, он какая-то желтизна была, эта желтизна мне не понравилась. Мальчишка выглядит не совсем. Сейчас на днях приедет. Да? Где еще? Куда ты еще колбасу третью? Вот там. Он прошел уже. Он прошел ее, да. Там он не тронул. Там я увидел. Все, дорогие друзья. Наглядный пример. Нервничает, зевает, но не подобрал. Он уже просто обученный. Так что вот так. Спасибо.
Ханчик у нас разошелся, любит заниматься мальчишка. Ждать. Терпение, конечно, у него. Как они любят с боссом заниматься, это просто. Они уже взрослые, понимают, им это интересно. Ай, молодец. Стоять. Сидит. Зайка. Давай, давай, неудобно на камушку. А ему не обходи за него эти камушки, Вик. Да. Когда ты мне тогда сказала? Все полезны, сидеть. Нет. Разгильдяй маленький. Маленький. Разгильдяйчик мой сладкий. Мы с ними, дорогие друзья, просто занимаемся, чтобы им было не обидно, видя других наших питомцев, что Вика занимается. Собаки тоже умеют обижаться, огорчаться. Им нравится, посмотрите, как он работает. Ему хорошо, мозг забит правильными вещами. Зато потом они хорошо... Знаешь, как хорошо они после тренировок спят потом, Вик? Команду фу нельзя, все реагируют. Так что вот так вот. Ну что, вожак на тренировке с большим удовольствием, с таким удовольствием он делает все. Посмотрите, как он радуется. Его воля, Вику, мы тебя обнял. У тебя маленький. Алабай идет. Так, борзы, как всегда. Ну, не как всегда. Вот так, ма. Ну, так сладко. Вик, можешь просить, чтобы пополз в эту сторону, чтобы неудобно было? Как он сладко ползет. Как он? Ой, ой, посмотрите. Ой, господи, посмотрите, как он ползет. Сороковой, молодец. А это азиат, дорогие друзья. Не шутка. Не шутка, взрослый. Ты умница. Молодец, умница. А я... Ой, какой молодец. Видите, она всех моих собак научила делать зайку. Зайка. Даже престарелая зайка. Ну, Алабай и зайка, это, Вик, ты не убиваешь. А ползающая лапа. Ползающая зайка. Очень. О, господи. Стоять. Ну, Виктория не откажет, что можно сказать. Сидеть. Молодец. Лежать. Молодец. Смотрите, как он четко и быстро. Ой, господи. Молодец. Молодец, мой мальчик. Молодец. Умный. Самый умный. Да. Представляешь, сначала правую, да? Правую хотел протянуть, подумал и угадал. Он обожает это упражнение. Какой? Сиди. Молодец. Угадал? Конечно. Вот ты мой умный. Нет. Зайка. Ну, Алабай, зайка, конечно, она меня убивает, но... Да, молодец. Все, дорогие друзья, на боссе занятия у нас заканчивают. Он у нас замыкающий. Стоять. Мы занимаемся более 3,5 часов. Сидеть. Лежать. По понедельникам. Лежать он отгадывает, ему это больше понравилось. Да, он прям по кайфу. Молодец. Всем спасибо. Молодец. Дорогие друзья, как я и обещал, как только придут ответы от экспертов, я обязательно вас проинформирую. Информирую. Они не являются чистокровными. У них есть смесь. И вы знаете, какая смесь, кто следит за нами. Собаки не будут участвовать на выставках. Вот эти двое. Но это не значит, что их там мы будем меньше любить. Мы когда их брали, понимая, откуда брали, и нам подарили их. А подарок дороже всего всегда бывает. Тем более вот таких прекрасных, замечательных собачек. На выставках они будут. На курсе, когда им станет полгода, кости окрепнут, обязательно мы их поведем. И мы с Викой приняли решение, чтобы не было им скучно. Будем изучать какие-то там фигурки показывать, там... прыгать, кувыркаться, чтобы им было интересно и не было им скучно. Так что экспертизу мы получили, проинформировал вас в курсе. Все, да, маленький, да, мой сладкий, да, моя мордочка. Самое главное, что эти дети, ну, грубо говоря, с приюта, с войны оказались у нас
живут спокойно, питаются хорошо, ими занимаются, их обожают, их любят, за ними следим. Было разное, много чего, но, слава богу, сейчас все хорошо, все отлично. Знаете, почему они садятся и подбегают ко мне? Я присаживаюсь, чтобы их так хорошо заснять, а они бегут ко мне. Да, малыши? А курсингом обязательно мы будем заниматься, мы будем бегать, спорт, послушание. Все будем делать. Кроме вот хейдинг, да, правильно называется, если я не ошибаюсь. Это, ну, подготовка к выставкам. Этим заниматься мы не будем. Они и так у нас красиво бегают, красиво передвигаются, красиво ходят. Да, мои сладкие, посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите. Посмотрите. Да. Ай, красавчики. Ай, красавчики. И мне очень нравится гладкошерстный. Очень нравится. Вы мне самые лучшие. Самые красивые. Леди как будто огорчилась. О, Господи, огорчилась как будто. Посмотрите на нее. Засранка. Так что, дорогие друзья, все. На ваши вопросы ответил, я надеюсь. Идем дальше. Всем спасибо. Кстати, их картины будут полугодам. Когда сформируется их личико красиво. Вот стеночка. Ожидается. Их мы двоих сделаем на один портрет. Подумаем, во что одеть. Они же у нас русские. Так что подумаем, да? Царевна и царь. Все, спасибо вам большое. Как говорят, понедельник день тяжелый. Но это неправда. Дней тяжелых не бывает. Три подарка не ушло, не отправилось. Луганск не отправился, в Тюменскую область не отправилось. И еще куда-то не отправилось, по адресу не бьется, доставка до дома не бьется. Все остальные подарки отправлены, за исключением Израиля и Греции. Это я буду Почтой России отправлять, и это попробую Почтой России отправить, потому что СДЭК не отправил. Почему СДЭКом отправлял? Потому что нам в СДЭК пришли подарки от наших дорогих подписчиков, которые сделали нам приятно и отправили подарки. Сейчас я вам покажу, потому что... Вы знаете, я вам практически показываю все, что касается животных, все. А это тоже их подписчики. Вот нам Иринка отправила вот такие лакомства. Дорогие друзья, это не реклама, чтобы вы понимали. Это наши подписчики, которые подписаны на нас, смотрят животных наших, радуются их успехам. Вот, отправили вот таких, столько вкусняшек отправили. Иринка, спасибо вам огромное. Дай Бог вам крепкого здоровья. Очень приятно ваше внимание. Это привезла Ирина, когда приезжала к нам домой. Она, дочка была... на Кубе, привет ей большой, привезла с Кубы, вот Куба написано, для Ювеналия вот такой музыкальный инструмент, к сожалению, я не знаю, как он называется. Ювеналия отпуск заканчивается 17 числа, приедет, я думаю, Ювеналия обрадуется. Вот видите, такой бубенчик. И вот этот кубик Рубик прекрасный отправил нам Аленочка. Аленочка, огромный тебе привет, спасибо тебе огромное. Я сейчас открою, вот еще не открывал. Так. Вместе с вами раскрою, посмотрю, что это такое. Так. Спасибо вам огромное за внимание, за подарки. Вы потратили финансовые средства, время. Это самое дорогое, то, что у нас есть. И вот такой кубик Рубик. Посмотрите, Графчик, Боська, Ханчик. О, лорд и леди. И я с Графом. А где Хомочка? Хомочки нету. Не могу найти Хомочку. А может наоборот? И здесь Графчик. А где Хомочка? Давайте глянем. А вот как этот кубик Рубик раскрывается. Вот, посмотрите, то есть. Посмотрите, какая красота. Барби с Графом. Так. Граф и самурайчик. А вот наша Хомочка, вот наша принцесса. Ой, какая красота, какой шикарный кубик Рубик. То есть, как бы я ни укрутил, давайте попробуем вот так. Вот здесь Графчик. Так, это сюда. И вот наши красавчики. Блин, реально, так, неправильно что-то я сделал. Зажал. О, какая красота, как красиво это все смотрится. Спасибо вам огромное, дорогие. Спасибо большое, это очень приятно. Очень дорогой подарок для меня. Очень ценный подарок. Посмотрите, какая красота. Ну, по-разному еще делается. Просто мне неудобно одной рукой.
Вот Боська. Боська. Одной рукой неудобно просто. Спасибо огромное. Низкий вам поклон. Это очень-очень приятно. Благодарю вас. Суперски. Мне очень понравилось.